Всем здорова, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil Code Veronica. Вот. В прошлой серии мы закончили с вами, ну, не то что закончили, да, закончили то, что нажали, короче, вот эту херотень, вот, заслонку какую-то открыли, вот. Познакомились с новыми героями, это Стив, короче, там такой паренек, который тоже хочет сбежать с этого острова. Так, дверь завалена чем-то. С этой стороны ее не откроешь. Вот. Ну и, короче, нам нужно возвращаться назад. Полагаю, возвращаться назад. Мы открыли заслонку, теперь мы можем открыть гараж. Но для начала нам надо взять, короче. Положите все ваши металлические оружие. Предметы в ящик. Хотя бы пистолет. Ножик я не знаю, ножик здесь, блин, он нам пригодится или нет. Давайте для пушки мы отложим тоже, ну, в ящик все, потому что у нас такой пушки пока нет. Ее будем копить. То, что боссы здесь... Будьте нати, как я, если мне память не изменяет. Вот. Так, и, наверное, с аптечек. Нет смысла хранить, пока это не металл. А, вот так, да? Ладно, давай. И, короче, чернила мы отложим. Вот, как-то так. Траву она не хочет выкладывать. Ну и черт с ней. Мы возьмем, короче, патроны сейчас и пистолет. Вот, патроны и пистолет. А, зажигалку еще заберем. Патроны, пистолет, зажигалку. Ножик мы брать не будем, потому что смысла нет. Зомби здесь слишком жесткие, чтобы ножичком их кромсать. Короче, вот так вот. Короче, так. Вот. Я думаю, сейчас там должны повылазить будут зомбари, по-моему, если... Не изменяй память, я сейчас нажму на кнопку и должны, по-моему, выбить эту решетку зомби. А, ну да, тут еще вон несколько штук. Так, надо как-то, короче, валить и как-то... Как-то валить зомбарей. Я хоть правильно стреляю? Попадаю по ним, я не знаю. Готов. А, нет, не до конца убил, не до конца. Бежать, падлы. Видите, да, как они, какие они мощные, эти зомби? А, еще там шлепает. Я слышу. Я слышу тебя, засранец. Так, комбинировать. Блин, патроны вообще все. Здесь патронов всего. Там, кстати, он стоит. Бочка, которую можно было взорвать. Да куда ты? Ты не на бочку целься, ты целься на зомбаря. Дура. Это прицел он здесь есть, но, блин, он какой-то кривой. Я не знаю, я попадаю, я, блин, мне такое ощущение вот всегда вот, что я стреляю куда-то в пустоту, короче. Ну, вроде как-то так. Я вроде убил. Блин, взрыва мы не увидели. Блин, и всего 3 патрона осталось. Ну, ладно. Смотри, у нас тут что-то имеется. У нас здесь имеется огнетушитель. Мы взяли огнетушитель. Так, посмотреть. Можно покрутить, повертеть его, посмотреть. А, ты можешь погасить огонь этим. Огонь, мы помним, да, находится в... Помните, да, где машина взорвалась? Там есть огонь и кейс, короче, вывалился. Нам надо этот кейс достать. Что было тут привязано? На стене свежая кровь. Человек мог быть привязан к этому столбу. Окей. Да, человека здесь просто разорвало, по-моему. Так, что это у нас? Ключ от замка. Ключ от замка взяли. Этот ключ от замка, я так понимаю, это от решетки.
простой ключ. Замок можно открыть этим. Какой замок не указано? Ну, я так предполагаю, что это от решетки, как обходной путь. Есть отступ на Индиго синем диске. Такую пластину нам стоит, сделать надо будет. Вот. Что? Пока еще рановато. Эта дорога, по-моему, ведет, если не изменять память, в сторону этого дома Ашварда, короче. Вот эту дверь, по-моему, да? Закрытая на висячий замок с другой стороны. С этой стороны ее не откроешь, блин. Придется ее открывать с другой стороны. Окей. Давай. Опа! Псинки. А вот псинки нам как раз и не нужны сейчас. Бегом. Валим, чтоб нас тут не схватили. Псинки, у нас всего 3 патрона, блин. Как? Вот как? Короче. О, и здесь еще зомби. Короче. Жопа полная, друзья. Жопа полная у нас здесь. Воу-воу-воу. Чуть-чуть не схватил. Отлично. Просто шикарно. Чуть не схватил. Так, вот здесь у нас тоже их целая куча. Я не знаю, как нам... Оп, мимо одного пробежали. Отлично. Оп. Ай. Два мы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отвалили. Я не знаю, наверное, надо... Так, а у нас пока плохо. Стоп. Отлично, огнетушитель. Огнетушитель сработано. Так, бери. В смысле? А, о, взяла. Я думал, что за глюк-то. А, возьми портфель. Я взял портфель. Так, давай посмотрим. Здесь можно, короче, по-моему, открывать. Вот на замочек наводишь. Так вот, и открывать. Тут кнопка. Да. Тут, короче, у нас... ТГ-01 был внутри портфеля. Это, короче, вот пластина, которую вот надо поместить в сканер-то, помните, да, там? Сейчас нам обратно возвращаться надо. Еще там были инструкции по применению. Спецсплава ТГ-01. ТГ-01, описание продукта. Спасибо за вашу поддержку и применение нашего продукта, короче. На этот раз мы собрали самые совершенные технологии. Нам удалось создать уникальный антидетекторный сплав ТГ-01. ТГ-01 описание. Или описание? Первое. Не определяется детекторами. Вот то, что нам нужно. Второе. Не видим рентгеновскими лучами. Третье. Легкий и прочный. Мы планируем создать новое оружие на основе нового сплава. Мы посылаем экземпляр. Надеемся в дальнейшем на успешное сотрудничество и деловые возможности. Metal Industries Co. Шеф-планировщик Карл Редхилл. Короче, вот как-то так. Вот, посмотрите, сплав можно, да. Один новейший специальный сплав, его можно найти металлическим детектором. В смысле, его можно найти металлическим детектором? Он же... не видим детекторами рентгеновскими лучами. Почему его можно найти металлическим детектором? Как-то... Неправильно как-то. Так, окей. Теперь нам надо обратно как-то вот пробежать. Вернуться. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Пробежали. Отлично. Так, теперь вот этого надо обижать. Оп, отлично. Флэр, ты молодец. Ты просто красавица. Красотка. Так. Здесь еще куча зомбарей теперь. А вот откуда они повылуплялись-то все? Это просто непонятно. Те ладно, те из могил повылазили, а эти-то откуда здесь взялись? Так, здесь у нас собаки. Здесь можно ключ, короче. Давай-ка мы используем ключ. Отлично. Тебе этот ключ больше не нужен. Отказ ключ замка. Откажись от него просто раз и навсегда. Окей.
Я надеюсь, здесь у нас зомби не респа... ну... не респа... не респанулись или не респанились, как... не выговорить мне это слово, короче. Окей. Давай. Сейчас мы сделаем супер сплав. Положите все ваши металлические предметы в ящик. Так, да, самое такое, то что у нас сейчас не будет оружия. Окей, пистолет и давай. Так, ну проверим, давай сплав раз. Смотри, видал, прошел. Прошел я мимо сплава. Так, а эти окна, короче, вот эти окна, они разобьются потом. Это вот я 100% уверен. И потом разобьются и будет плохо. Короче, вот эту штуку надо взять. Так, ну как-то, я не знаю. Давай-ка. Ладно, сохраняться пока не будем. Окей, так. Сплав вот сюда вот нам надо, да, по-моему, положить. Да, сплав здесь. Нужны 3D-данные для начала. 3D-данные вот здесь вот положить, короче, вот этого орла в дупле. И, короче, сейчас все будет у нас. Мы сейчас все сделаем. Как нужно. Все сделаем четенько. Давай, рисуй. Видал, да? Смотри, система, просто технологии. Завершена. Отлично. И вот этот момент, я помню, сейчас должны, по-моему, стекла разбиться и зомби повылазить. Эмблема сплава взяли. Окей. Эмблема сплава. Там нарисован ястреб. Он сделан из новейшего сплава ТГ-01. Так, а теперь вот, кстати, можно и сохранить. О, видал, да. Все. Все, нам кранты. А, погоди, я же не взял ленту, блин. Твою мать. А ленту-то мы не взяли? Надо, короче, возвращаться. А сейчас там, наверное, уже зомбарь здесь стоит, прям на месте. Нет никого. Ну, отлично. Я за него рад. Что, он еще не пришел сюда? Так, этого орла нам надо ставить, короче... А, нет, я вру. Где алебарда, короче, это не... Ну... Не то. Нам надо ставить, где вот зомбари ходят. Там. Поставить, короче, эту эмблему. Окей, давай на третье. Сохраняемся. Да, на третье сохраняемся. И я думаю, наверное, нам надо взять будет... УЗИ, короче, автоматы, потому что... В пистолете 3 патрона, это вообще, это просто, это ни о чем. Положите все ваши металлические предметы в ящик. Да сейчас положу, ты успокойся, ну. Успокойся ты. Так, окей. Это мы сделали, теперь надо как-то бегать, как-то вот, не знаю, как-то вот. Тихо. Пошел вон. Так. Не такие резкие движения, падлы. Стоп. Плохо. Все очень-очень плохо. Дать. Бегом! Да отвали ты от меня, ну! Гмадрил. Заберите металлические предметы из ящика. Так, окей, давай берем вот это. Ножики... Ну давай возьмем на всякий случай ножик, потому что это просто... Ладно, окей. Будем с УЗИшками, короче, носиться. Это, по-моему, патронов все равно для них нет. В принципе. Для УЗИшек. Погоди, а может здесь еще что-нибудь есть? Я ж такой вот, вот такой вот прям внимательный, знаете.
Могу что-нибудь и пропустить. Так, окей, давай. Ну, давай все-таки попробуем сюда вот ставить, но это не то. Это не то, здесь, видишь, круглая, а там квадратная. Ой, там треугольная. А у нас круглая, короче. Значит, нам надо от седа туда идти. А тут у нас... О, псинки, псинки. Нет, с псинами я не хочу. Это, блин, одни из моих нелюбимых вообще врагов. Это псины. Вот, псины, охотники. Они самые такие. Засранцы, короче. Лизуны опасные, но красавцы, конечно. Здесь будут, кстати, там новые виды врагов, кстати, да. Будут такие штуки, короче. Окей. А вот эти ворота, они идут, короче, к поместью Ашвардов. Это вот, да. То, что ты говорил, я перепутал просто. А, место, где алебарды... Ой, не алебарды, а это... Что-то... Как ее называют это? Херня. Которую голову отрубает. Она куда-то там в другое место ведет, я не знаю куда. Так, дверь полностью разломана. Окей. Дверь полностью разломана, дверь полностью разломана. Все полностью двери разломаны. А, я не пройду с этой стороны. Молодец. Пойдем в обход. Делов-то. О, смотри, патроны для пистолета. Ништяк. Надо вернуться сейчас. Надо вернуться. Смотри, там травы целая куча у нас там еще. Берем патроны для пистолета, короче. В принципе, можно было все-таки взять пистолет. Так, у нас вот ящик его двигать. Траву я не знаю. У нас две, смотри, травы здесь. Давай пока ее не будем брать. Мы все равно будем возвращаться. Давай оставим пока ее здесь. Она никуда не денется. Будем как-то вот поэкономнее. Так, нам теперь надо двигать этот ящик, чтобы перелезть через огонь. Как обычно, да, знаете, Resident Evil, это стандартная схема двигания ящиков. Давай, начни ты двигать статуи, ты знаешь, это, ну, всякие. Да, ты слышишь? Ты чё? А, нифига, а с той стороны не видно было огня, то что там огонь. Так, я, по-моему, поранился, и мне это плохо. Так. Окей. Отлично, переход на локацию. Сейчас будет вот локация... Двор, по-моему. О, смотри, строители. Так. О, нифига, я даже так могу. Сказка слетела, молодец. Все, я убил. Я этих... убил, и надеюсь, они здесь больше не появятся, короче. Так, смотри, у нас проход туда. Там еще зомбарь ходит. Проход здесь. А, заперт он надежно, не могу открыть. Окей, а здесь? Давай, да. А, попробуем исследовать пока... О-о-о-о, псина, псина, псина. Нихер, сдохни. Фу, еще одна. Ты где? Готово. Так. Сколько? А, 80. Я думал, 31. Ни хрена себе, я подумал, что, блин, так быстро патроны кончились. Окей. Давай исследуем пока вот эту часть. Он остановился на нижнем этаже. Не могу использовать лифт. Понятно. Лифт сломан. Можем так, да. Не забывать про эту фишку, она, кстати, хорошо помогает выжить. Вот резкий этот разворот. Опа, опа, еще одна. Готово. Отлично. Нифига она такая, да? Просто. А, смотри, стрел, точно, здесь еще будет арбалет. Здесь будет прикольный арбалет, короче, в игре. Да, здесь новое оружие. Там тоже разные стрелы, короче, взрывающие и обычные стрелы. Тоже нормальная штука, кстати.
железная стрела для пистолета. Ну, не для пистолета, для арбалета, точнее. Нормально, это надо будет. Нам нужен ящик, короче, куда это все сложить можно. Так, смотри. У нас вход здесь. И еще вот здесь проход. Давайте в дом пока не... А, закрыто с другой стороны, отлично. Значит, идем в дом. Значит, идем в дом. Как мы любим особняки, мы это любим. Это наши... Особняк — это наше все. Вот. Первый особняк в этой части. И давайте будем ходить, исследовать заброшенные особняки. Так, можно теперь травушку скомбинировать. Отлично. Сделали более мощную траву. Окей, так. Что у нас? Лестница наверх есть. Здесь у нас... это, наверное... Обычно в таких вот помещениях это save room, наверное, скорее всего. Либо вот это, либо вот эта дверь, save room. А здесь у нас читатель карты серебро в цвете, электронный замок. Окей. Это у нас закрыто и нам не открыть. Здесь у нас что? Здесь у нас еще стрелы. Телефон не работает, связь нарушена. Так, вызвать помощь мы не можем. Давай по порядочку. По порядку наверх мы пойдем позже. Сейчас мы по порядку пройдемся здесь. Так, зомби лежит, значит, он живой. Все. Больше он нас не побеспокоит, но тут еще есть один документ, и по охране здесь ничего полезного. Так, где ты там шуршишь? Так, понятно. Готов. Еще один. Короче, три вот такие очереди, и они готовы. Добивать даже их не стоит. Не встают. Больше не встанут. Так, окей, стрелы еще взяли. Отлично. А, закрыто на простой замок. Так, у нас ключа нет, да, мы выкинем. Вот нахера, вот она сказала, мне этот ключ больше не нужен. А вот он, ключ пригодился, нахера она ему выкинула-то, блин. Логика, а? А ксерокс, ее можно использовать как принтер. Неплохо. Хорошо, я тебя понял. Так, карта здания на мониторе. Я могу это распечатать. Давай. Давай распечатаем карту. Хотя я, блин, пользоваться... Ну... А, это завод, короче, это завод. Это не особняк, это завод. Смотри, еще трава. Еще трава есть, ну давай возьмем. Блин, а у нас теперь места-то нет. Ну если что, мы сожрем траву, короче. Немножко подлечимся. Если нам что-то нужно. Какой-то раскар... Чего? Какой-то раскардаш. Раскардаш, блин. Какой-то кардашьян здесь. Ничего не полезно. Ничего полезного нет. Раскарандаш. Окей. Так, смотри, здесь у нас... А, ничего не работает, да? Ладно, допустим. Так, это склад хранения закрыт. Похоже, мне нужен особый ключ для этого замка. Особый ключ. Еще особый ключ надо искать будет. Так, окей. Здесь, в принципе, нет. И я почему-то думал, что это будет, комната будет сейв-румом. И здесь будет ящик. И, кстати, я не помню, здесь вообще в игре есть ящик, куда мы сможем складывать это все, ну, все добро. Если нет, то, блин, это плохо. Это очень плохо. Хотя в каждом резиденте должен быть ящик. Ладно, давай. Так, погоди. У нас есть карта. А, карта, да. Смотри, там проходов целая куча у нас. А, можно наверх подняться, посмотреть. В принципе. А, смотри, здесь еще двери целая куча, да? Две штуки прям. Так, а где мы находимся? Тут у нас закрыто, а здесь у нас проход. Ладно. Здесь у нас нет дверного звонка, не могу открыть. Чего звонка? Зачем тебе звонок, чтобы открыть дверь? Не понимаю. Так, а вот здесь у нас, смотри, дверь. Сюда? А почему у нас, смотри, нижняя дверь, которую вот мы...
Сейчас входили. Она красным горит. Чё-то я не врубаюсь. Погоди. Она же вроде... Мы только что там были, она же вроде была открыта. А! Да ладно. Так, ну ладно, блин, я не знаю. Столько ходов. Ну давай, ладно. Давай, мы проверим сейчас поверху, пройдем. Проверим. Вот. Что здесь у нас? Просто заглянем, посмотрим. Нам в идеале бы сохраночку найти. Еще раз повторюсь, ящик. Так, что здесь? Констовары и другие пос... Че? Ничего полезного. Короче, ничего полезного. Окей. Ладно. Так, а здесь у нас ничего полезного. А тут что? Слишком темно. Слишком темно. Не разглядеть. Так, клетки. Смотри, клетки для каких-то... Это кровавое пятно. Они проводили эксперименты над животными. Короче, клетки для животных. Для собак, наверное, скорее всего. Либо для обезьян. О, ты не можешь брать предмет. Да что ты будешь делать-то, арбалет? Здесь файл. А, память паролей. А, замок запасного выхода экспериментальной комнаты открывается числами. А, четырьмя числами. Числами. Надеюсь, вы не успели еще забыть. А, я получил указание от системного администратора, требующий менять числовые пароли периодично, что принесет мне мне неудобство. Если терять числа пароля. Если будете терять числа пароля. Вот так. И чтобы разрешить эту проблему, я придумал следующее. Знаешь красного скелета на задней стене экспериментальной комнаты? Я решил использовать число надписей на картинке как пароль. Если ты потерял памятку, посмотри на картину. Я надеюсь, что тебе не нужен будет запасной и... А, запасной выход, но на всякий случай ты его знаешь. Спокойно. Мр. Ты запомнил заметка на число. Перевод вообще от бога просто. Ты запомнил заметка на число. Окей, ладно. Авария, блокируется система. Дверь говорит, комната боеэксперт. Не норма ВОСХа. Не могу ввести пароль. ВОСХа, блин. Не норма ВОСХа. Воздуха, наверное, дура. ВОСХа. Так, окей, погоди. Может, арбалет мы сможем взять? Давай-ка съедим травушку. Блин. Конечно, вот так вот брать и есть траву, короче, это, блин, плохо. Взять давай пистол. Возьмем арбалет. Так, я не знаю, может, арбалетом сейчас пострелять, в принципе. Или, блин, а я вот не помню, здесь можно будет делать взрывные стрелы? Вот этого я не помню. Если да, то стрелы лучше копить тогда. Блин, я не знаю. Ну пофиг, давай мы походим сначала с таким, потом будем... Опа. 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 Я не могу открыть дверь! Ох ты, на тебе просто. Как его чётенько-то припечатали. Кругом никого. А, сзади висит красная картина. Отсюда не видно чисел. Короче, вон на той картине число... код, короче. Нам надо что-то... Бинокль, наверное, какой-нибудь нужен. Окей, погоди, блин. Столько уже действий прошло. А где сохранка-то? Где она? Где она? Где она? Где она? Где она? Дайте мне сохранку. Определено биохимическое заражение. Уровень 3. Ох ты ж, ничего себе. Вскоре смотри. Закроются все аварийные отсеки. Весь персонал должен немедленно... О, как она себе не выбила-то ничего. Это было так рядом. Просто о плитку так. О, чем она? Лопаткой. О.
Как у нее рука-то наизнанку не вывернулась. Все, короче, дверь закрылась, и все, и кирдык, читатель карты, серебро в свете, вентиляция, биокомната не завершена. Во время вентиляции замок блокирован, все, кирдык, короче. Да заткнись ты, что тут... Погоди, может здесь где-нибудь можно открыть, нажать? Кнопочку, чтобы эта сигнализация перестала работать. Карта монитора, понятно, это нам не надо. Здесь-то нет, да, ничего. Никаких кнопок. Окей, ладно, будем слушать сирену. Пускай. Главное, чтобы она никого не призвала, эта сирена, никаких монстров сюда. Собак или зомбарей. Ну, давай, пойдем в эту... В эту дверь. Остался у нас первый этаж исследовать. Нахер иди. Ничего сверхъестественного. Ну конечно, ничего сверхъестественного. Просто зомби шарятся у нас тут. Ничего, совсем вообще ничего сверхъестественного. Торговый автомат, я не хочу пить. Я хочу пить. Торговый автомат сломан. Сверхъестественно. Ну, этому больше досталось. Так, смотри, там какая-то дырка. Грязные полотенца навалены. А, это не дырка, это постер, короче. Понятно. Блин. Что-то эти вообще какие-то жесткие, да? Окей, давай, стрелы еще. Окей, отлично. 120 стрел. Неплохо. А он, по-моему, выстрелит по 3 стрелы сразу, по-моему. Если я не ошибаюсь. О, еще смотри, стрелы. Так, а здесь ничего не взять, да? Чего сверхъестественного? Окей. Мне сначала показалось, это постер Виктора Цоя, короче. Так, смотри, зомби. Зомби здесь лежит, здесь у нас стрелы еще. Все его тело в крови. Окей. Окей, такой промежуток, смотри, да, и без сохранок вообще. Так, это что, это у нас баня, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, дружище, привет. Из парилки вышел тут такой. Такой чистый просто. Да сюда иди, куда ты пошел? Замерз уже, что ли? Так, готов. Сауна. Внутри много горячего воздуха. Отлично. Никогда не парился с зомбарями. Готов. Душевая, да? Капает вода, его часто использовали. Окей. Так, бассейн. У нас бассейн. Еще видали, да? Прикольно, да, сделано? Блин, игра каких годов, да? Смотрите, прям волны, да, вот это все прикольно сделано. Даже я говорю, физика даже в игре есть. Прикольно. Рычаг прикреплен к водному насосу. Закрыть рычаг. Давай. Закрываем все и вся, короче, нажимаем на всякие кнопки, на всякие рычаги, чтобы все у нас получилось. Так, ключ, смотри, там мигает ключ. Окей. Ключ мигает, но фишка в том, что нам, короче, у нас, блин. А погоди, а мы можем скомбинировать? А, смотри, прикол, да? Отлично. Все продумано, все четко. А, возьми ключ с ярлык. Ключ с ярлык я взял. А, посмотреть. Давай посмотрим, что у нас там на ярлыке написано. Что-то на... Маленький ключ из стали со словом кладовка. Вот так, да? Отлично. Прибор контролирует поток воды, сломано.
Окей. Так, а здесь все, да? В принципе, все. Это мы тоже крутить не можем больше. Так, ну ладно. Хорошо. Идем дальше. Я куда побежал-то? Кладовка. Кладовка, заметили, да? Кладовка. И запомним, что здесь у нас, короче, нет сохранок в этой области. Вообще нет. Будем как-то выживать. Просто если вот если убьют, короче, это будет просто. Так, кладовка, может здесь? Может это специальный ключ? Может это специальный ключ отсюда? Да, так и есть, смотри. Специальный ключ. Тебе этот ключ больше не нужен. Окей. А возьми порох пистол. Вот это и фишка, короче. Смотреть. Порох пистол. Этот порох для стрел пистолета. Понятно. Понятно, но, блин. Комбинировать. А, смотри, скомбинировал. Окей, нормально. Пойдет. Смотри, все-таки мы можем доделать эти взрывные. Ну, короче, взрывные мы будем убирать и будем копить. Все такое вот мощное оружие, оно нужно. Так, в принципе, здесь нам все, больше нечего делать, короче. Вот, заводик мы этот осмотрели, теперь нам надо поместье Ашфордов идти. Так, собак все, здесь нет, да? Хорошо, что собаки не респанятся. Но в некоторых локациях здесь враги респанятся. Они будут постоянно, по-моему, вообще их не уничтожить до конца. Они будут постоянно появляться и появляться. Так, готов. Один готов. Второй следом. Окей. Так, забито изнутри, не могу открыть. Окей. Забито изнутри, не могу открыть. Да, серия у нас затягивается, потому что, блин. Так, псина. Все, обездохли. Отлично. Так, что у нас с патронами? 31. Окей. Все, готово. Смотри, тут еще что-то у нас мигает. Ты не можешь брать предметы. Короче, такая штукенция, мы ее не можем взять. Окей. Давай посмотрим, там у нас еще. Блин. Места вообще нет, ни черта. Так, ладно, давай, мы туда не пойдем. Давай заглянем сразу в дом, потому что нам нужна сохранка. И аптечку нам не взять. Аптечку возьмем позже. Тоже. Что ничего нам это не сделать. Ну, как? Жрать я больше аптечки не хочу. Просто попусту жрать. Мне и так вроде как нормально, да? Но жрать попусту аптечки... Уже... Окей, смотри. Вот оно, поместье Ашфордов. Мы пришли. На поместье Ашфордов. Так, патрончики, наверное, возьмем. Пистолет. А, ничего нужного. Окей. Ничего нужного. Тут у нас система замков работает. Видите номер рабочего для активации прибора. Видите свой номер. Понятно. Этого мы ни черта не знаем ничего. Уходим, короче. А, ничего нужного. Ладно, смотри, допустим, окей. А что там мигает? Мигал, да, что-то мигает. Прикольно.
Чё-то мигает, короче. Не знаю, что это. Электронный замок. Окей. Вот то здесь можно открыть. Где сохранка-то, твою мать, а? Тихо, погоди. Здесь эти... летучие мыши. Здесь нельзя делать резких движений, короче. Еще патрон для пистолета, отлично. Туалет из мрамора. Нихера себе, кто-то любит покакать в мрамор. Отлично, еще аптечка. Используй ты, пошел ты. Использовать. Еще удумали. Использовать. Так, короче, еще здесь предмет не могу брать. Блин, столько всего, я не могу взять. Трубопровод сломан. Мне срочно надо найти, короче, место, куда можно выкладывать это, все эти вещи и аптечки. Так, ну давай поднимемся наверх, посмотрим. Так. На дисплее огромный портрет. Дисплей. И нахер дисплей-то, а чё вообще? Окей, смотри, там дверь закрыта. Получается. Электронный замок, наверное, да? Закрыто. Здесь серебряный... Кто? Герб. Окей. Серебряный герб. А здесь у нас, смотри, картины всякие, да? Ну чё? Да куда ты слезла-то, блин? Залезь обратно, а? Окей. Здесь, по-моему, целое семейство вообще, там какие-то поколения, поколений, там, знаете. О-о-о-о! Да ну нафиг! О-о-о, да! О-о-о, еще ящик! О-о-о, это ж просто... Я сейчас просто получил оргазм. Аллилуйя, блин. Окей. Ракетная установка, еще и бесконечная, ты... В смысле? Что, блин? Нихера себе. Окей, ладно. Ракетной установкой мы пользоваться не будем, это 100%, потому что... Какой хардкор, блин, с бесконечной базукой. Это что, блин? Ладно, окей, давайте. Выкладываем. Так. Патроны, патроны для пистолета. Нам надо пистолет забрать. Да. Давайте пока выкладываем. Это тоже выкладываем, это все тоже выкладываем. Арбалет. Не знаю. Пускай тоже, пускай лежит. Походим пока с этими. С УЗИшками. Вот. Походим пока с УЗИшками, короче. И, наверное, мы сохраняемся. Друзья. Наконец-то сохраняемся. Вот. На это. В смысле? Да, вот так. И на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Обязательно комментируем видео. Комментарии очень важны. Мне, я очень хочу с вами пообщаться. Мне стримов. Без стримов мне скучно. Без вашего общения, вот. Хотя бы пишите в комментариях, кто смотрит видео, летсплеи, вот. Кому интересно, кто ждет стримы, и как и я, вот. Этой ламповости, которая была у нас раньше. И с вами был Валерий. Всем пока.